Особо тяжкое преступление. В Тирасполе в районе управления исполнения наказаний 2 неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку. Как рассказала потерпевшая, около 10 часов утра она шла недалеко от тюрьмы. В этот момент на нее набросился незнакомый мужчина. В руках у него был молоток, которым он ударил ее по голове. После этого мужчина затащил девушку в песочный карьер. Сейчас ведется поиск преступника. Был составлен его фоторобот. Особых примет пострадавшая не предоставила. Известно лишь, что это мужчина лет 30, рост около 170 сантиметров. Худощавого телосложения, на пальце обручальное кольцо. В момент преступления на лице была щетина. Преступник еще не найден. Необходимо быть бдительным, внимательным. Необходимо поставить для обозрения, предоставить граждан фоторобот лица к совершившего преступления, чтобы люди были внимательны. В случае обнаружения каких-либо или в случае встречи лиц, похожих на фоторобот, необходимо сообщать в дежурную часть Главного управления внутренних дел по линии 102. Сейчас девушка проходит лечение в Республиканской клинической больнице и чувствует себя лучше.